Уважаемые гости! Добро пожаловать на наше мероприятие для аграриев нового времени. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня непростой день, он особенный. Мы с вами очень часто в жизни слышим про инновации. Инновации, которые приходят в нашу жизнь, они нас окружают. Вот наступил этот день, когда мы с гордостью, мы, компания Сингента, можем сказать, что в сельском хозяйстве наступает революция. Фунгицид Miravis Neo – это новая глава фунгицидной защиты зерновых. Недаром слоган у данного фунгицида для аграриев нового времени. Это новый взгляд в будущее. Будущее, в котором все будет иначе. Будущее, в котором вы будете чувствовать себя уверенно, предсказуемо, в поле, вне зависимости от фитопатологической ситуации, вне зависимости от того состава патогенов, который у вас в поле в конкретный сезон будет. Итак, что же такое Miravis Neo? Miravis Neo – это фунгицид для зерновых, который основан на уникальной технологии адипидин. Данный продукт зарегистрирован в России для контроля широкого спектра заболеваний на зерновых культурах. Продукт зарегистрирован на таких культурах, как озимый и яровой ячмень, озимая и яровая пшеница. Друзья, я поздравляю всех с успешным запуском фунгицида Miravis Neo в Российской Федерации. И у всех основной вопрос наверняка связан, что же мне, как агропроизводителю, даст новый фунгицид. В текущем мероприятии мы представляли 4 секции: мощность, уверенность, стабильность и эффективность. И как раз-таки эти факторы предоставят нашим аграриям концепцию по Miravis Neo. Он обеспечивает все 4 параметра и станет надежным партнером в защите ваших посевов. Вы сможете легко его вписать в ваш протокол защиты, вне зависимости от того, хотите вы оптимизировать вашу фунгицидную рентабельность, либо хотите пойти в интенсификацию. Любая норма расхода от 0,5 до литра доступна для нашего сельхозпроизводителя. Miravis Neo позволит обеспечить здоровье посевов вне зависимости от того, какой уровень интенсификации вы выбираете. Что я хочу сказать. Наше хозяйство – это первое хозяйство, я надеюсь на это, в котором именно заложили опыт в производстве по фунгициду этому новому. На данный момент мы видим результат, то есть который, я надеюсь, что в дальнейшем будет все лучше и лучше, и будем применять данный препарат в своем производстве. Будет новая эпоха, будем смотреть, к чему она приведет, как она себя покажет. Пока говорить об этом рано, но судя по демонстрационным опытам, ждать нужно только хорошего.